Оксаны. Какая ж песня без баяна, какой же завтрак без Роксаны. Доброе утро, мои дорогие. Позволим сегодня себе немного экзотики. Мы сегодня зашли в ресторан «Бахор», и рядом со мной знакомый уже нам всем повар Мурод. Ассаламу алейкум. Что мы сегодня будем готовить? Пищу богов. О. Самое хорошее, вкусное. Звучит заманчиво. Но. Что это такое? Бараны, яйца. Яйца барана? Да. Это экзотика. Милые хозяйки, ну, это нарезанные баклажаны, очищенные, и уже в яйце, в сыром обычном яйце. Дайте подсолнечное масло, без запаха. Я тебе даю раздолье, без запаха, рафинированное. И пока Мурод наливает, и много масла должно быть, я хочу сказать, что масло раздолье, рафинированное и нерафинированное, обладает высокой питательностью, не содержит холестерина, и оно очень вкусное, и потом это наш российский продукт, и я сама его с удовольствием использую в хозяйстве. Так что попробуйте. Да, теперь что мы делаем? Вот масло у нас должно раскалиться. Да, раскалиться. И что делаем дальше? Масло дайте. Дальше. Сейчас мы что должны жарить, пока перепелиные яйца будем жарить. Ну вот, чем хорошо растительное масло, без запаха, Жарко. Что можно жарить яйца, да? Да. И любую яичницу. Значит, уже оно у нас раскалилось, так. И мы обжариваем. Баклажан. Баклажан. Но пока Мурод жарит баклажан, мы в это время пожарим перепелиные яйца. Соль немножко. Ну вот у нас готовые обжаренные баклажаны. Сейчас Мурод достает их. И следующий этап, что мы делаем? Следующий. Да. Бараны, яйца вводим. Ну хорошо, это масло, самый ответственный да. момент. А они посоленные или нет? Да, посоленные готовы. Без перца, да? Да, без перца. Так, ну, внимание. О, скворчит. И сколько мы должны минут их жарить? 10 минут. 10 минут? Да. Пока у нас так вкусно шкварчат на сковородке бараньи яйца, кулинарная новость для вас. Между прочим, шутки шутками, а блюдо, которое мы вам сегодня рекомендуем, полезно в первую очередь мужчинам. Ну вот, это экзотическое, праздничное, я бы сказала, неожиданное блюдо готово, выглядит очень красиво, и Мурод говорит, что оно очень питательно. Да. Ну, как Виагра. И говорит, что как Виагра. Мы ему поверим. Попробуем. А чашечка ароматного цейлонского чая «Дилма» на завтрак приятно взбодрит вас и поднимет настроение.